Девиз «Заплати налоги и живи спокойно» поселился, если не в сердце, то в памяти каждого человека. Чтобы граждане также хорошо запомнили свои налоговые права и обязанности, во всех налоговых инспекциях России проводят дни открытых дверей. В Чувашии, как и по всей стране, эту акцию работники налоговых органов проведут 15 и 16 марта. Сотрудники инспекции подробно расскажут посетителям о действующем налоговом законодательстве, порядке декларирования доходов и о налоговых вычетах. Основная цель мероприятия – повышение уровня информированности населения о декларационной кампании, о правах и обязанностях налогоплательщиков, побуждение налогоплательщиков к декларированию своих доходов и исполнению обязанностей по уплате налогов. Работники налоговых органов подробно расскажут посетителям о действующем налоговом законодательстве, о порядке декларирования доходов, о порядке получения налоговых вычетов. Впервые всероссийские дни открытых дверей для граждан были организованы 20-21 апреля 2012 года. Тогда в Чувашии на приглашение налоговых органов откликнулось более 2500 жителей Чувашской республики, после чего поступило 2000 налоговых деклараций. На период дня открытых дверей во всех инспекциях вводится особый график приема декларантов. 15 марта с 9 до 20 часов, 16 марта с 9 до 16 часов 45 минут. Приглашаем жителей республики на дни открытых дверей налоговой инспекции. В дни открытых дверей специалисты налоговых органов помогут всем желающим правильно заполнить и распечатать налоговую декларацию. К тому же гражданам будут предоставлены компьютеры с доступом к онлайн-сервисам УФНС. Так что жители республики могут воспользоваться отличным шансом не только повысить налоговую грамотность, но и получить квалифицированную помощь профессионалов. Екатерина Мытикова, Александр Петров, Республика.